Итак, вечерело. Времечко у нас 20 градусов. Да, половина девятого. Фонари заряжены. Едем колупаться. И 20 градусов на градуснике. Да комары-то будут, главное, сейчас оводов не должно быть. Они не жарежутся. Мы сюда когда приехали, всю машину облепили. Облепили. Они два раза меня сегодня с утра влупили в правую, в левую руку. Прикольно здесь по этим деревцам кататься. Занимательная поляночка. Ну, занимательная. Вот. Ладно, сейчас подъедем. Включусь. Все, прибыли на поляночку. Сейчас покажу, о чем я толковал. Да, проход вот это, конечно, точно здесь какая-то дорога была. Вон туда, вон туда. Сейчас покажу. Вот заросли крапивы. Фокус найдется, вот они. И здесь очень много сигналов. Сейчас мы их будем смотреть. Так, вылезли мы из этих кустов, невозможно. Мошки тьма поднимается. Не помогает ничего. Мы просто пока ходим. Пожеванная Николашка. Блин, где фокус? Опять Николашка. Сохран здесь, конечно, прикольный. Не часто еще сигнал, да, комары нас замучили. О. Да не столько комары, сколько мошка. Мошка, да. Верстачок. Камушек утерян. Пока больше ничего нет. Итак, переместились на полянку, наскошено оттуда. Там много мошки. Господи, здесь много комаров. Блин. И вот-то я забыл. Такой лепесточек, короче. Друзья, в итоге мы вчера так и сбежали. Не дала нам мошка с комарьем ходить в темноте. Мрак просто. Сожрали насмерть. 4 утра. Опять сменили дислокацию. Хотели вот это место побить. Первый сигнал. Традиционно квадрат. 56-й год. Здесь шла дорога через вот это поле. Вот ее попробуем найти. Следующий. А у тебя что? Сказал заведующий. У меня рамочник. Хоть это, ветерок появился. Ага. А то, блин, опять мошка поменялась. Ранний советик. 29-й. Ага. Мошки, да, опять до хрена. Да что ж такое? Вот она, где береза, вот она туда уходила, эта дорога. Значит, ветерок поднялся, хоть сдул. Пока особо не поднялся, ну ладно. Ну так, отдувай. Короче, следующий сигнальчик, деньга это подубита. Она просто с одной стороны ее просто. Дождь. Дождь пошел, обалдеть, блин. Земля как бетон. Ребят, мы шаланью приехали, там целая машина народу. Посмотрите. Продолжаем продолжать. Извела нас жара 30-градусная. И видите, язык заплетается. И немеренное количество мошки. Просто какая-то жопа. Вроде не на воде. Сожрали. Виктора вчера в глаз бахнули. Какой-то кошмар. Из-за этого, естественно, находок мало, ходим там буквально. Сегодня с утра поехали, видели сами. Полчаса походили, нас там скушали. И мы вынуждены были ретироваться. Самое. Вот сколько лет занимаемся рыбалкой, всякими вот похождениями. Оптимальный, скажем так, репеллент. Ответ именно от мошки. Так что-то и не выработали. Прошу, кто знает какие-нибудь интересные способы борьбы с ней, в комментариях написать, мы будем признательны. Потому что правда, что задолбало уже. Вот. Приехали, сейчас температура чуть упала, 25, облака. И поднялся небольшой ветерок.
уходим в лес, потому что в полях, ну в полях понятно, здесь за моей спиной посадки, мы здесь, естественно, ходить не собираемся. Уходим в ельник. Здесь был, ну просто, не наобум, конечно, здесь был старый лес между погостом и церковью там, в той стороне, в километре. И крупными там деревнями, несколькими. Так что посмотрим. Сегодня последний вечерок на этой неделе. Крайний вечерок. Завтра утром валим в нерезиновую. Идем в лес. Зашли в посадочку. Естественно, количество пробок здесь имеет место быть. Первый рабочий сигнал. Трешечка 29-го годика. Посадки. На месте этих посадок был старый лес. Естественно, все это перекопано. Да более-менее. Все это перекопано. Но вместе с тем, что все зарыли, что-то могли и вырыть. Так что мы здесь что-нибудь поищем. Так. Следующий сигнальчик. Да я и шоркнула там. Трешечка. 49-й годик. Вот я всю жизнь утверждал, продолжаю утверждать. Вот такие посадки еловые, они сродни, в общем-то, пашне. Еще с надписи. Вот вам, пожалуйста, практически сверху. Да, в общем-то, в неплохом сохране. Да, в общем-то, даже сушка. И с надписями еще. Да, и у любополочка. Лысая, да, но что-то внутри написано. Почему латинская? Да? Латинская? Не, а, терсе. Хрен знает. Мне кажется, что это на немецком. Сверху первый сорт. Да? А снизу что-то на немецком. Прикольно. Так что по ним тоже имеет смысл шастать. Ха! Ну, в принципе, почти что стемнело. Камера светлит. Дошли до конца этого ельника. Ну, как прикол, нас накрыл дождь. Вот стоим под елкой. Мы так уже быстренько, потому что темно, ничего не видно. Камера, конечно, хорошо осветляет. Оп. Вот. Сейчас чуть-чуть попробуем его переждать. Ну, в принципе, надо этот лес побить. Это мы только вот чуть-чуть еле-еле по нему прошли. Ладно, если что-то еще будет, включусь. Если нет, то все равно включусь. Показать наши немногочисленные мучения находочные. Да хрен его знает. Ну, должен сейчас. Должен. Должен пролететь. Ну что, елки спасают. Ветер сильный. Ветер сильный. Ладно, идем дальше. Да, видите, какой шум на матрице. Потому что уже почти темно. Сейчас. Там у Любы был сигнальчик, и сейчас еще один не снимал. Обе копейки, обе советы. Это я не вижу какая-то. 63-й, 93-й. Ну не 70. А та 70 какой-то, да? А та 75-й. Это не вижу ни хрена какого. Тебе видно? Мне нет. В камере видно. А что, в камере? 63-й. Угу. А это 75-й. Ну да, они поздние, все темные. А, у меня еще две ходячки, ну это ладно. Ходячка у меня тоже есть. Тоже есть? Угу. Вот, такая красота. У тебя какая? Рубль и 10 копеек. А у меня только 10 копеек, мне еще рубль не дали. Ну такая красота, птичка поет, слышите? Хотите верьте, хотите нет. Сколько раз замечал, в вечернем лесу, в ночном. Теперь фокус. Пойдем. Темно. Зачастую можно услышать жителей, я имею в виду потусторонних. Зачастую то ли вот с Лешим ходим, то ли еще с кем-то. Никого за ним видно, что кто-то периодически переходит. Ну, то ветка хрустит, то еще что-то, и прям тень мелькает. Так что в темноте полазить побольше. Там-то еще просвет, солнце садится.
А в ельнике это вообще тема. Вот, полазите, поверите. Копеечку дали. 30 какого-то года. Ну, после реформы. Так, улюб там кончок-то. Ну, ладно. Оп, тетя Люба сигнал. Ты что там, если заешь? Сейчас еще страннее тебя увидишь. Че? Давай покажу. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Блин, фокусироваться, конечно, тяжело. Еще пока вытягивает. Только что? После реформенной. На. Тебе и пойдем смотреть яму. Нет, что за яма? Вон там. Сейчас. А я посмотрю. Где? А, вот, да, кстати. Очень это все интересно. Вон там, на том пятачке, очень много жести. Вот этой вот, листовой. Здесь очень много мусора. Как от крыши. И вон... Ё-моё. В темноте бы не улететь туда. Сейчас. А, во-во-во-во. Кирпич? Да, здесь вот так в темноте. Сейчас ты по лесам, блин, так идешь, 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 идешь. Хренак. Видите? Метра полтора, наверное. Глубиной. Сейчас попробую снять. И на деревьях яйца. Ага, прикольно. Самец. Здесь были строения. Что за строение? Одному богу известно. Блин, с фокусом, извините, ребят, тут уже очень сложно. В темноте. Еще удивляюсь, как она осветляет-то не слабо. Ладненько, еще побродим. Так. Вот она яма, сплошной покров. Ну, то есть, естественно, что здесь сейчас пока. Чуть-чуть отошли в сторону. Сразу вот дуплетом недалеко две монетки. Пятачок какого-то там затертого года. 30-го. И 30-го ушко. Еще со старым гербом. А, со старым? Да. Короче, несколько монет здесь уже, четвертая, да, наверное, 30-х-40-х годов. Кирпич тоже там советский. О чем можно сделать вывод? Да, и кирпич советский, что постройка 30-х-40-х годов. Других здесь нет. Вот вопрос на засыпку. Что здесь было? Отвечайте в комментариях. А что там нет-то? Было бы интересно послушать, что вы скажете по этому поводу. Ни на каких картах здесь ничего нет. Старый лес. И дорог-то здесь не было на картах. Вот так вот. Все, уже темень. Такое. Давайте онлайн бахнем. Обязательно сюда приедем. Ой, да. В следующий раз. Включили фонари. Это хрень. Железка, наверное, да? Смотри, что за железка. Что за железка? Вот так вот. А, кольца. Удила? Где? А, да, похоже. А у меня вот такая чудесная штучка. Ручечка от чего-то. Вообще офигительная. Походу, делал бронзовую. Ну, в этом. В искусственном свете, конечно, хреново видно, но походу. А обязательно сюда еще приедем. И береза вон там стоит. Тех времен. Сейчас попробую снять в темноте. У меня, короче, хороший сигнал был рядом. Вот с такой яминой, кто-то тут, конечно же, был, видимо, естественно, не закопал. Сейчас мы прикопаем ее маленько. И рядом, вот, прям сверху, ну, сколько, сантиметров 10. Первая имперская монетка, 904 год. Лёшка. Да, кстати говоря, в отличном сохране. В неплохом сохранике. Так, у Люб там что-то интересное. Хрен его знает, я не знаю, что там такой закопано. Ну, пойдем глянем. Оно цветное. До тебя копали там, что ли?
Блин, а как пройти-то? Все, начинается этот лесные похождения, ёпта-мать. Ах ты, ё-моё. Без глаз бы, блядь. Ой, я извиняюсь, не остаться. Так. Смотри. Сейчас. А глубоко? Мне кажется, что не глубоко. Значит, надо сковыривать. Может быть, лист-то жесть. Сейчас попробуем достать. Короче, полазили мы. Вот вам результат двухдневных мучений. Нашли место обитания человека. Что здесь было, пока непонятно. Видите, но монеты завтра с утра снимут, что мы наковыряли за два дня. Вот за эти кусочки маленькие, когда мы вырезали куда-то. Монеты 30-40-х годов и ранее. То есть был вынут трюндель 904-го. Сохран классный. Ну, здесь такая земля. Так что я думаю, что мы сюда заедем. Покров просто металла, естественно, как всегда, кирпича. Лемех вытащили, вот то, что хороший, вот сейчас последний вот этот сигнальчик был, забрали. Что еще-то? А, петушка это, свистульки были такие, то ли они оловянные, то ли какие-то. Прикрепим фотку. Вот здесь сейчас будет в уголочке. Нет, такой он был согнутый. Ну, прикрепим, все равно мы их находили. Вот. Вот как-то так. В следующий раз обязательно... Ой, комары повылезали. В следующий раз обязательно сюда еще заедем. Так что поехали просто советов пособирать, если честно. Знали, что здесь посадка еловая, знали, что был старый лес. Думаю, ну, наверняка, если пробки были. Мы здесь были как-то давным-давно. Мы сюда приезжали, кроме пробок пивных ничего не нашли. Сегодня зато пробок практически почему? Не было. Почему? Ну, были, ну. Я горшок подняла. Ага, ночной. Нет, чугунный. Чугунный. Ручной. Вот. Абсолютно не ожидали. Ну, тут никогда ничего не ожидаешь. Просто не ожидали. Что это за прогал впереди? Ну, посмотрим потом. Дырка. К оврагу это дам. Там овраг. Вот впереди, за нами. Так, короче... Впереди за нами это да. Впереди за нами, да. Короче говоря... Сейчас утречко будет, находочки снимем. Поехали, комары. Все, блин, поехали, комары. Машина. Они собрались. Хлоп, и утро. Итак, как и обещал, утро ранее. Отчетик за этот выезд. Находок немного, в принципе. 19 монет я насчитал. Что, в зачет трешка вот эта уходит, ну и серебро. Все остальное советы, ну, такие как алики всякие. А, ну капусточка может быть, пуговица вот эта интересная, крупная гирька. Крестик с дырочками. Откуда дырочки, непонятно. Вот как-то на этот раз вот такие, а, ну ходячка, какие-то всякие жбоньки. Вот здесь на этот раз так. Вот. Рады, что смотрите. Ну и всем пока.